Жемчуг считается первым украшением человека. На протяжении тысячелетий этот минерал сохраняет свой драгоценный статус, а его уникальность в том, что он не нуждается в дополнительной обработке. Каждая жемчужина – это живое существо, возникшее и выросшее в организме моллюска. Чаще всего рождается белый жемчуг, а реже всего черный и голубой. Зависит от пигмента раковины устрицы-жемчужницы. Вот какой у нее пигмент, такой получается цвет. От температуры воды в море и от концентрации соли тоже. Вот от этого зависит цвет жемчуга. Белоснежно-белый вид жемчуга произрастает в Японии и Австралии. Как раз в этой коллекции представлены жемчужины Кимберли, названные по месту их происхождения. Это такие труднопроходимые места, где много диких животных, куда очень трудно добраться. И он на глубине, в открытом море, там растет в раковинах жемчужницах. Задействовано на процесс выращивания жемчуга 600 человек. Для того, чтобы его вырастить, моллюска сначала вживляется в раковину. И там маленький-маленький такой шарик перламутра. Обрастает все крупнее и крупнее, год за годом. Вот говорю, что 3-4 года, и получается вот такой уникальный жемчуг. Его не очень много. И если вы его поднесете, вы можете увидеть свое отражение. Просто вот свое отражение увидеть. Тем и уникален этот жемчуг, он как будто бы зеркальный. Золотой жемчуг добывается на Филиппинах. Его особенности в том, что он, чем он ближе к золотому, тем он дороже, и чем он больше, тем, ну, весь жемчуг, чем крупнее, тем дороже. Также очень долго произрастает, он тоже несколько лет растет для того, чтобы вы не просто 2-3 раза вот был обнесен перламутром, а чтобы вот изначально весь был перламутровый, прозрачный. Черный жемчуг добывается в Полинезии. Он бывает светлого оттенка, бывает темного оттенка. Чем темнее жемчуг, конечно, тем он дороже. Жемчуг часто ассоциируется с благородной классикой, но современные дизайнеры выходят за грани консервативности, реализуя весьма смелые свои замыслы. Во многом этому способствует разнообразие форм. Жемчужины неправильной формы называют барочными, а такая форма полусферы – это жемчуг мабе. Особым способом выращивается. Он не кладется внутрь устрицы-жемчужницы, а он именно на стеночке кладется и выращивается именно на стенках. Поэтому получается вот такая вот половинка. В ювелирных украшениях жемчуг элегантно соседствует с бриллиантами. Его красоту и блеск подчеркивают белое и лимонное золото. Не менее эффектно черные жемчужины смотрятся в темном родированном металле.